утро. Эдуард Осадов «Две красоты». Хоть мать природа не сидит без дела, но идеалы редко созидает. И красота души с красивым телом довольно редко в людях совпадает. Две красоты, обе хороши. Вручить бы им по равному венцу, однако часто красота души завидует красивому лицу. Две красоты, как женщины в дому, вдруг словно выменяются ролями, стареет внешность, яркие черты, стирает время властное и жестоко. Тогда как у духовной красоты нет ни морщин, ни возраста, ни срока, и сквозь туман, как звездочка в тиши, она горит и вечно улыбается. И кто откроет красоту души, тот, честное же слово, не закается, ведь озарен красивой душой, и сам он вечным расплеснется маем. Вот жаль, что это истину порой, мы все же слишком поздно понимаем.